Здравствуйте, дорогие телезрители, в эфире программа «Алюмет». Еще 2-3 года назад людей не очень волновала экологическая повестка, тем более, если речь заходила о том, чтобы изменить свои привычки. Сегодня общество в целом подковано в зеленых вопросах. Люди понимают, что начинать нужно с себя, не забывают про общественный мониторинг крупных промышленных предприятий, устраивают множество акций. Сегодня мы говорим о том, что охрана окружающей среды должна стать национальной идеей. Сегодня в гостях у нас руководитель департамента экологии Акмолинской области Ануар Нурсиитов. Ануар Маратович, рада видеть вас в нашей студии. Взаимно. Рахмет. Пожалуй, начнем разговор наш с функцией департамента экологии. С июня прошлого года, я так понимаю, вы относитесь уже не к Министерству энергетики, а к вновь созданному Министерству экологии, геологии и природных ресурсов. Как это изменилось на работе вашего департамента? Совершенно верно, Силь. Хотел бы поблагодарить, что средства массовой информации, ваш канал, программа также уделяет внимание вопросам экологии. Действительно, указом президента создано министерство, которое в себе объединило не только органы экологии, органы по охране леса, животного мира, геологического изучения охраны недр, а также по охране водных ресурсов. Это очень хорошее решение. Почему? Потому что, как мы знаем, ранее функции охраны леса и животного мира находились в ведении Министерства сельского хозяйства, департаменты экологии находились в системе Министерства энергетики, что также в обществе, как говорится, вызывало определенные вопросы, потому что не секрет, что объекты теплоэнергетики, объекты добычи углеводородного сырья, они считаются основными вкладчиками в загрязнение окружающей среды. И вот такое решение мудрое руководство, президент нашей страны. За год уже, я уверен, что население Казахстана ощутило положительные сдвиги. В каждых комитетах тоже проведены структурные изменения, которые позволили повысить эффективность нашей работы. Поэтому считаю, что вот эти все реформы, связанные с реорганизацией нашего ведомства, позволили в положительную сторону улучшить работу всех структурных подразделений. И в рамках политики слышащего государства, сейчас вот как было отмечено, сейчас население тоже подключилось к мониторингу воздействия каждого предприятия. Мы ежедневно в соцсетях отслеживаем и также публикации в СМИ. Поэтому только положительная динамика и положительные сдвиги. Хорошо. Давайте поговорим об итогах 2019 года. Сколько проверок природопользователей было проведено и что показали эти проверки? Об итогах 2019 года могу сказать, что в целом количество проверок в сравнении с аналогичным периодом 12 месяцев 2018 года, количество проверок снизилось. Это связано также с политикой государства в части снижения нагрузки на бизнес. Также в рамках изменения в законодательстве, в частности в предпринимательский кодекс, если раньше были так называемые плановые проверки, по которым накладывались штрафы, сейчас это называется профилактический контроль, и по ним штрафы не налагаются, а инспекторам выписывается предписание об устранении нарушений. То есть вот раньше всегда критика была со стороны даже бизнес-сообщества, что целью контролирующих органов является не устранение нарушений, а наложение штрафов, да, пополнение бюджета. То есть сейчас уже закон изменен в том плане, что целью не ставится пополнение бюджета, целью ставится обеспечение вот именно по нашей линии экологической безопасности. И на пульсе держать все проблемные вопросы, которые волнуют непосредственно население. Поэтому, если говорить об итогах 2019 года, в целом хочу сказать, что суммы штрафов и суммы предъявленных ущербов выросли, несмотря на то, что количество проверок снизилось. Это говорит о том, что эффективность проверок у нас повышается. Мы работаем и над кадровым потенциалом. То есть на сегодняшний день в департаменте работают профессиональные экологи. Идет преемственность у нас поколений. У нас работают как сотрудники, которые в нашей системе уже около 30 лет, так и новые сотрудники, молодые. Хотел бы сказать, что молодежь у нас очень хорошая в целом. И это видно на нашем департаменте. Также вот в рамках политики государства по
недопущению проявлений коррупции, хотел бы сказать, что молодежь у нас в этом плане воспитана очень хорошо. Они вообще, даже у них в мыслях нет таких моментов. И вот я, как руководитель департамента, как вы знаете, указом президента, первый руководитель отвечает, да, в случае допущения коррупционного факта, первый руководитель обязан подать в отставку, да. И вот в этом плане хотел бы отметить, что молодежь у нас, еще раз повторюсь, да, как и в профессиональном плане грамотно, так и человеческие, морально-этические, да, вот эти все моменты. Это радует. Почему? Потому что мы в первую очередь патриоты нашей земли, нашей страны. И вопросы экологии, вот как вы правильно отметили, на сегодняшний день с каждым днем возрастают. Это о чем говорит? Значит, экономика нашей страны улучшается. Если раньше мы решали больше социально-экономические вопросы, да, сейчас мы уже задумываемся, чтобы процветающие были населенные пункты, чтобы у нас полигоны, те же пресловутые ТБО, значит, в надлежащем виде находились, да. Поэтому только положительные сдвиги. Количество жалоб также сокращается. Вот анализ по обращениям ведем и в количественном плане, и по сути обращения. В основном по Акмолинской области у нас где-то порядка 65% жалоб на незаконное размещение отходов. Хорошо. Какому документу, вот, если говорить, да, о правилах, допустим, и о санкциях, какому документу подчиняются вот эти вот вопросы, да, и какова мера наказания за нарушение правил? Основной нормативный правовой акт в сфере контроля за соблюдением экологического законодательства является Экологический кодекс Республики Казахстан. Как вы знаете, по иерархии нормативных правовых актов кодексы находятся выше законов, да. Можно сказать, после Конституции идут кодексы у нас, да. Экологический кодекс в себя включает как вопросы охраны атмосферного воздуха, охраны водных ресурсов, охраны земельных ресурсов. Но также там указано, что имеются специальные уполномоченные органы, вот в частности, по охране водных ресурсов, это вот бассейновая инспекция, это комитет по охране водных ресурсов. Соответственно, инспекция по охране лесного хозяйства, животного мира, это территориальная инспекция, соответствующая. Севказнедра у нас на территории Акмолинской области, также они курируют Кустанайскую, Северо-Казахстанскую область, межрегиональный департамент. Поэтому основной нормативный правовой акт, регламентирующий правовые вопросы охраны окружающей среды, это Экологический кодекс, и от него уже идут подзаконные акты, которые уже более конкретно в узких сферах там регламентируют тот же подсчет ущерба, нанесенного окружающей среде, это 535-е постановление правительства. Потом есть у нас госуслуга по проведению государственной экологической экспертизы, там тоже ряд подзаконных актов, там правила проведения экспертизы, правила нормирования. Ну, это уже там более узкие моменты. Ну, Анар Маратович, если все-таки говорить о мерах наказания, да, потому что, ну, конечно, да, вот вы сейчас сказали о том, что якобы самоцелью, да, становилось наказать штрафами, но тем не менее страх, как сказать, вот страх, да, и страх и нежелание заплатить штраф, это все-таки, как ни крути, на сегодня самая действенная и эффективная мера. Вот, допустим, если взять, да, полицейских, вот как стали штрафовать массово за окурки, стали же меньше бросать, да, окурки? Совершенно верно. Вот, ну, что полностью касательно экологии? Да, полностью согласен. Помимо кодекса об административных правонарушениях, в Уголовном кодексе есть целая глава, 13-я, экологические уголовные правонарушения. То есть это нарушение законодательства, связанного с охраной окружающей среды, в случае допущения которых предусмотрена уголовная ответственность. Поэтому совершенно с вами согласен, когда органы полиции начали более активно применять меры реагирования по фактам, будем говорить, там, окурков там, и других, там, семечек, мусора, да, и когда это через СМИ, да, это все активно пропагандируется, что не нужно мусорить, не только призывается там из чисто человеческих там гуманных соображений, а плюс за это предусмотрено как административная, так и уголовная ответственность. Ну, хотел бы пояснить, конечно же, там за окурки уголовная ответственность не предусмотрена, но по факту вырубки того же леса, да, загрязнения водоемов, значит, там определяется объем нанесенного ущерба, и там, если свыше 1000 МРП, например,
ущерб нанесен, то уже состав уголовно наказуемого деяния. Поэтому, да, есть примеры. Если назвать нижнюю и верхнюю границу, да, то какова мера наказания? Уголовная ответственность там идет вплоть до лишения свободы, но там необходим ущерб окружающей среде. Угу. Есть такая профессия специальная, значит, судебно-экологическая экспертиза, это при центрах судебной экспертизы. Которая как раз таки оценивает этот ущерб. Да, да, совершенно верно. Потому что если мы говорим об уголовной ответственности, для судов нужно подтверждение именно судебно-экологической экспертизы. Сейчас, кстати, вот совместно МВД и нашим министерством прорабатывается вопрос. Раньше не в каждом регионе были такие специалисты. Вот при центрах судебной экспертизы, как вы ранее отметили, вопросам экологии немножко мало внимания уделялось. Сейчас актуальность возрастает. А в части административной ответственности экологические штрафы очень большие. Там суммы идут на сотни тысяч тенге. Угу. Вообще считается, что в кодексе об административных правонарушениях экологические штрафы одни из самых высоких. Плюс помимо штрафа там идет сумма возмещения ущерба косвенным методом. То есть помимо штрафа еще правонарушитель обязан либо прямым методом устранить допущенное нарушение. Это, например, когда мусор, отходы незаконно были вывалены. Ему в порядке, правонарушителю в порядке 109 статьи разъясняется, он в течение месяца, если гарантийное письмо свое устраняет, то в отношении него косвенный метод не применяется. Что такое косвенный метод? Это специальная методика, там в 10-кратном размере при помощи коэффициентов вот этих налоговых платежей, исходя из объема, ставки платы умножается на 10, то есть в 10-кратном размере правонарушитель оплачивает сумму, которую он, если бы, например, на полигон отвез, он бы заплатил 10 раз меньше. То есть это один из механизмов такого экономического стимулирования и правовой ответственности. Да? Бить рублем. А есть такая мера наказания? Вырубил там, допустим, столько-то гектаров, а посадить столько-то? Да, вот у нас инспекция вот по охране леса занимается. Мы охраной леса напрямую не занимаемся, но в связи с тем, что мы с ними очень активно взаимодействуем, есть у них нормы, что, грубо говоря, там за одно срубленное дерево он должен восстановить, там, образно говоря, 5 высадить новых деревьев. Да? Uh-huh. Но у нас, я хочу сказать, что вот после того факта, вот некоторые, может, телезрители знают, в Сандыктауском районе, когда были возбуждены уголовные дела, когда в лесхозах были выявлены факты незаконной вырубки леса, и, честно говоря, люди поняли, что это вопрос серьезный. Плюс сейчас благодаря космическому мониторингу выявляются с точностью там до полуметра, да, значит, факты там выхода за пределы, там делян и так далее, так далее. Но правонарушители тоже не стоят на месте. Вот мы с коллегами беседуем, есть факты, когда, например, если раньше можно было по пенькам выявить, да, где вырубки, сейчас уже преступники, даже пеньков есть факты, не оставляют пеньки. И потом трудно посчитать, какой возраст был. Даже найти иногда вот эти пеньки сложно. Но с каждым годом профессионализм инспекции растет. И тоже материально-техническое оснащение улучшается. В рамках цифровизации сейчас есть программы, которые, значит, определяют, в каком, будем говорить, в какой местности произошли изменения. Там, например, карьер незаконно образовался, да? Участок леса был вырублен. Да? Над этим IT-технологи работают. Указ, как вы знаете, указ президента по цифровизации, он же охватывает не только там строительство, здравоохранение, образование, да, но и сферу охраны природных ресурсов. Поэтому я соглашусь с вами, как бить рублем и уголовная ответственность – это неотъемлемый элемент профилактики правонарушений. Хорошо. Ну, если перейдем от вырубки лесов, да, допустим, к выбросу бытовых отходов. Сколько у нас вообще в городе стихийных свалок? И как вы их определяете, находите? Какие технологии применяются? Ну, у нас вот в основном сейчас мы пользуемся порталом космического мониторинга КАС-Космос, Гарыш-Сапары по выявлению. Между прочим, вот наши коллеги, которые работают в Гарыш-Сапары, они проделали большую работу. 50-километровый радиус вокруг каждого областного центра они промониторили, нанесли визуально, там красным цветом отметили все факты стихийных свалок.
и передали нам. Мы в режиме онлайн туда заходим и отрабатываем. В основном работа идет в двух направлениях. В населенных пунктах и в прилегающих. Значит, выезд на место, где у нас Казкосмос показывает, что стихийная свалка. Инспектор выезжает на место, делает обследование участка, фиксирует фото, видео, фиксацию. Потом, значит, совместно с органами земельной службы выявляем, проверяем на, будем говорить, наличие хозяина земельного участка. Вот в частности у нас по Целиноградскому району очень мало свободных участков, в основном все земли кому-то предоставлены. И вплоть до того, что потом владельцу земельного участка выписываем предписание со ссылкой на статью экологического кодекса. Также инспекция по охране земель им делает, значит, в рамках земельного кодекса соответствующее предписание о том, что владелец земельного участка обязан содержать предоставленный ему земельный участок в надлежащем экологическом состоянии, не допускать, в частности, захламления. И глава государства в своем послании, да, указал о том, что те люди, которые набрали земли и на протяжении нескольких лет в соответствии с целевым назначением их не используют, да, здесь уполномоченные органы и местные исполнительные органы должны проводить работу по приведению в правовое поле, то есть на экономику. Каждый земельный участок должен работать на экономику страны. Особенно там, где эти земли в аренду, например, предоставлены. К сожалению, есть факты, сейчас их уже меньше, да, но были, по крайней мере, да, по пристоличной территории, когда земли ранее были предоставлены для крестьянско-фермерских хозяйств, да, а по факту там незаконный карьер. И, соответственно, в первую очередь задается вопрос владельцу земельного участка, почему он его в соответствии с целевым назначением не использует и почему он не сообщает правоохранительные органы. Потому что хотел бы отметить, что незаконная добыча недр предусмотрена уголовная ответственность по статье 334, там вплоть до лишения свободы. Поэтому за несообщение также задаются вопросы. И в комплексе хотел бы отметить даже вот по стихийным свалкам. Да, это, конечно, даже по городу, если у нас брать, да, по областному центру, да, есть факты, когда недостаточно у нас контейнерных площадок, да, и что приводит к образованию стихийных свалок. Потому что мы называем стихийными свалками как мелкие участки захламления, так и крупные. Ну, крупных у нас в городе практически нету. У нас вот старый полигон, который был в сторону аэропорта, он сейчас закрыт. Акиматом сейчас проводится работа, изыскиваются средства, разрабатывается проектная документация на рекультивацию этого полигона. И по новому полигону я потом ниже скажу, тоже это самое, уже проекты готовы. Вот давайте уже сейчас сразу и скажете, да, в Кокштау собирается построить полигон твердобытовых отходов. Проблема, которая, в принципе, стояла в Кокштау уже много лет. Событие такое долгожданное. Хотелось бы узнать, когда примерно начнут строительство и вообще каким будет этот полигон? Да, событие действительно долгожданное, но здесь есть, вот мы с местными исполнительными органами тесно работаем, в частности, с акиматом города. По закону сейчас есть такая норма, в течение 3 лет, если проект не приступили к реализации согласованного проекта, там проектно-сметная документация, там техника, экономическое обоснование, то надо обновлять, потому что цены меняются, технологии, даже вот, например, за 3 года экологические требования даже изменились. На сегодняшний день запрет на захоронение многих видов отходов. Это сделано для чего? Чтобы стимулировать переработку. Поэтому по новому полигону это все взаимосвязано. Вот вопросы стихийных свалок и вопросы оформления полигонов – это, в принципе, один большой вопрос, потому что, как мы знаем, вот, и многоквартирные дома, да, и частный сектор, да, из-за чего у нас образуются стихийные свалки? Да? Потому что либо не обустроены контейнерные площадки, либо они есть, но не своевременно вывозятся. И глава государства, и министр экологии сейчас говорит, чтобы местные исполнительные органы, все заинтересованные контролирующие органы старались создавать конкурентную среду, государственно-частное партнерство по вывозу мусора того же. Да? Ну, этот, за один день этот вопрос, конечно, не решается. И вот касательно нового полигона, да, у нас подход совместно с акиматом комплексный. Да? То есть сейчас задача номер один, и вот 4 ноября в конце прошлого года аким области поставил конкретные задачи всем акимам городов, районов, управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства провести анализ
необходимости и достаточности контейнерными площадками, да, дальнейшему их обустройству, своевременному вывозу, а управлению природных ресурсов оформить полигоны ТБО, как мы знаем, у нас на территории области на сегодняшний день, вот по статистике, порядка 400 стихийных свалок. Из них узаконенных полигонов у нас на сегодняшний день 27. Акимат области выделил денежные средства в этом году, в текущем. 7 полигонов будет оформлено в районных центрах, там, где действительно уже накопились большие объемы. А по новому полигону хотел бы пояснить. Проектная документация прошла все необходимые экспертизы, согласования. И уже в этом году начнутся работы. Но с учетом того, что проект современный, и там будет акцент делаться не на захоронение, а все-таки на переработку, потому что это тенденции мирового такого плана. И это связано с рациональным использованием земель. У нас в стратегии по переходу к зеленой экономике, которая также утверждена указом президента, там есть раздел «Рациональное использование земель». И вот в советское время мало уделялось, мы вынуждены констатировать, да, мало уделялось времени рациональному, вернее, внимания, мало уделялось внимания рациональному использованию земель. То есть сейчас любую свалку, если посмотреть, она на 2 гектарах, образно говоря, расположена, занимает большую площадь, а при правильном таком хозяйском подходе можно как минимум в половину эти площади сократить. И на высвободившихся территориях делать уже современные объекты по переработке в дальнейшем. Сначала для этого будут привлекаться какие-то компании, да, не только, наверное, да, из нашего региона, но и из других. Акцент делается на то, чтобы снизить нагрузку на бюджет, потому что оно должно быть самоокупаемо. В принципе, рынки сбыта-то есть и внутри Казахстана. В принципе, сейчас вот у нас даже тот пластик, который сортируется в городе, да, в Петропавловск отвозят, там 2 предприятия, которые перерабатывают пластик, вот ТО «Радуга» в частности, да, они потом делают предметы там народного хозяйства, там те же тазики, ковшики, ведра, другие там резиновые покрытия делают, там пластиковую плитку, много, там номенклатура большая, поэтому, да, переработка и привлечение, как вы сказали, частных инвесторов. Вот тут тоже есть небольшие моменты. Вот как горожане, жители Кокштау видели, у нас на территории города сейчас 8, да, вот 9 должны были поставить, да, сейчас уже 9 пунктов приема вторсырья. Тоже есть коллизии. К сожалению, на сегодняшний день ни в экологическом кодексе, ни в земельном кодексе нету каких-то послаблений для субъектов предпринимательства в части предоставления земельных участков на льготных условиях для предприятий, занимающихся переработкой вторсырья. И предоставление земельных участков только на конкурсной основе через аукционы. Поэтому есть сдерживающие факторы. Сегодня ТО ЛС вынуждена за дополнительные деньги арендовать у участников земельные участки. Это дополнительные расходы. Но ЛС, насколько я знаю, может быть, они в последнее время изменили немножко, расширили свою деятельность. Они больше занимались сбором этой продукции, а дальше они, по-моему, на какой-то завод поставляли. Переработка.